И добрые новости из Болгарии. Махачкалинец Джамбулат Бижамов стал чемпионом первенства Европы по боксу среди юниоров в весовой категории до 75 килограммов. В финальном поединке за первое место воспитанник спортивной школы Дагестана со счетом 4-1 переиграл Богдана Толмачева из Украины. Всего в активе россиян 7 золотых медалей, а обладателей 20 комплектов наград определили 340 мастеров кожаной перчатки.